Ограничение движения транспорта началось уже с 1 апреля по 30 апреля. Это по всей России практически. На наших дорогах тоже введено данное ограничение. Единственное, по дорогам различным идут свои весовые нагрузки. Это в приложении, можно это прочитать на сайте Росавтодора. Контроль за ограничением по весу следит управление автодорожного надзора по Тверской области. Подается заявка, она рассматривается согласно установленным законам сроки. Если есть превышение по какой-то из оси, то рассчитывается компенсация дороги по регламенту и выставляется счет хозяину либо фирме, которая подала данное заявление. И уже сам решает человек, принимать его, оплачивать или не оплачивать. В границах Тверской области действуют выездные весовые пункты, которые следят за контролем по весам.